Друзья, Lexus 570, не открывается багажник, ну, в смысле, не открывается с кнопки. Когда нажимаем кнопку закрытия, издает такой звук. Может, кто-то встречался с этим. Проблема как решается? Ну, очень просто. Здесь есть такая кнопочка. Возможно, коленом ее нажали. Включаем так. Идем пробовать. Ну все, я думаю, все понятно. Также может она закрываться и с кнопки, и с брелка аналогично. А вот, кстати, старенький олдовый Лаурель в неплохом состоянии. Стоит такой красавчик.